Ну что, Дима, рассказывай, что ты сегодня делал? Вот рыбачил, что ну. Это ну как бы редко бывало, но. Кто это? Кто это? Карп. Карп? Да. Он тот самый большой. Самый первый. Ну-ка дай. Самый первый и самый большой появился, да? Потом маленький появился. Ой. Клюнул. Естественно. Угу. Большущий. Прям под этим. Харикири надо, нет сейчас? Нет. А, есть, естественно, харикири. А. Сегодня, Дим, какое? 2 сентября, да? Да. Сегодня такой теплый день, прям как летний. И вот Дима съездил на рыбалку. Ну, конечно, немножко там платная рыбалка. Ну, главное, что вообще поймал. А я сейчас хочу на сеть гонять, на удочку сейчас и все. Ну, не сегодня, я надеюсь. Нет, потом, так мы начнем естественную рыбалку. А ты во сколько день туда приехал? Сейчас скажу. А то я твоему папе звонила, он говорит, надо рыбачить или утром, или вечером. Да, днем-то она, я почему так долго съела, потому что она плохо клюет днем-то, она как бы это, редко клюет.